Сабвуферы компании Real серии R разрабатывались таким образом, чтобы получить максимальное количество басов наилучшего качества при минимальной стоимости. За основу их конструкции были взяты наработки, полученные при создании легендарной серии Reference, но упакованные в более компактный корпус. Сабвуфер Real R218 оснащен басовым динамиком диаметром 10 дюймов с большим рабочим ходом диффузора, смонтированным на стальном шасси. Низкочастотный динамик расположен на нижней панели и направлен в пол. Басовик подключен к новейшему усилителю класса D с максимальной мощностью 250 Вт, обладающему высоким качеством звучания при наивысшей эффективности. Real R218 имеет линейный LFE, а также акустические входы. Последний выполнен на базе профессионального разъема Speak & Neutrik. Все входы имеют раздельную регулировку уровня сигнала, что очень удобно при подключении сабвуфера, например, одновременно к стереосистеме и домашнему кинотеатру. Предусмотрена регулировка частоты настройки входного фильтра в пределах от 30 до 120 Гц, а также переключение абсолютной фазы сигнала. Традиционно для подключения к стереоусилителю компания Real рекомендует использовать высокоуровневое подсоединение. Запатентованная схема Natural Roll-Off обеспечивает точное согласование звучания сабвуфера практически с любыми колонками, а благодаря высокому входному сопротивлению R218 не оказывает никакого влияния на качество звучания усилителя. Сабвуфер имеет систему защиты от короткого замыкания в нагрузке, появления постоянного напряжения на входах и любой другой нештатной ситуации, в случае возникновения которой R218 автоматически отключается. Аппарат очень прост в размещении и благодаря очень качественной и в то же время неброской внешней отделке способен буквально раствориться в жилом интерьере.